Всем привет! С вами Константин, и вы на канале Мережка ТВ. Если вы помните, в прошлой серии мы пережили трагедию. Погиб Михаил. Ну, скорее всего, наверное, по моей вине. Я не думал, что так все серьезно. Ну, вероятно, будет у меня концовка плохая какая-то. Ладно, я тут еще сейчас пошарюсь. Ну, а мы с вами встретимся около... Кто это? Ага. Вопрос в том, кто ты? Надежный человек. Можно с тобой дело иметь? Давайте его отчитаем, охуевший. И нахрена мне твоя помощь, дружище? Зови меня Сашко. Ты не в своей стихии, профессор. А вот я вырос в джунглях. Тебе нужен кто-то вроде меня, чтобы выжить. Вырос в джунглях? Ну, конечно. Именно. В московских бетонных джунглях. Короче, мы оба кое-кого ищем. Думаю, стоит объединить усилия. Плюс меня тоже бесят эти дроиды из нар, с которыми ты воюешь. Путаются у меня под ногами. Да что ты можешь мне предложить? Я знаю это место вдоль и поперек. Знаю наших врагов. И могу о себе позаботиться в драке. В любой драке. Как тебе такое предложение? Предположим, ты меня заинтересовал. Что дальше? Встретимся часа через два. Побазарим. Я буду на крыше кафе «Припять» в порту. Не опаздывай. Еще, блядь, какое-то... Такое впечатление, что у нас не рация, сука, проходной двор какой-то. Ладно, Игорь, что дальше? Блядь, ну опять показать снаряжение. И что я ему могу дать? Винтарь отдать. Бля, можно ему отдать ту куртку. Точно. Сейчас я ему пойду ту куртку отдам. Ну как куртку? Вот эту вот. Я там он себе он пистолет переделал трофей. Ну, что дальше, босс? Ну давай. Вот. Ну. А какая лучше? Да пусть это будет, да? Все, он в куртке. За дело! В куртке. Здесь мне надо что-то смотреть, ничего не надо. А то я туда вообще не загляну. Хорошо. Я нервничаю. Ну и дай хуй с ним. Порт в Припяти. Туда пойду я. Припасы в КПЧ. Поставить ли лекарство в Припять? Ну давай, пусть Оливер пиздует. Ты пробрался в зону как призрак. А сколько людей сейчас знает о тебе и о твоей миссии? Мне это не по душе, Игорь, это опасно. Сашко настоящий сорвиголова. Но у него, как и у всех здесь, могут быть свои цели. Будь осторожней, Игорь. Порт Припяти. Где мы? Так, а ну-ка, я переключил, чтоб пестик, да.
Понял. Это пещера, наверное, должна быть. Блядь, точно какая-то пещера. Нихера себе, там один рюкзак, второй рюкзак, там и лекарства, наверное, блядь, были, которыми мы могли Мишу, дядю Мишу вылечить. Блядь, надо вход искать. Не так ли, друзья? Как тебе мое платье? Сзади не тесное? Ты же знаешь, я таких вещей не понимаю. Но выглядишь ты просто шикарно. Ты бы так же ответил, если бы я мешок надела, правда? Нет, нет. Вот это я загадку тебе загадала, да, профессор? Какой ты у меня милый. Угу, угу. Ищем вход. А мы умеем плавать? Или не умеем? Нахуй. Лечись потом. Так, так, блядь, что-то я заблукал. Есть такой момент, конечно. Даже не могу понять, где может быть вход. Так, это та лодка какая-то. Где же вход? Взорвать надо, сука. Попробуйте изготовить его в мастерской, блядь. Как же его изготовить? На каком станке? Ну ладно. Зато нашли, теперь на карте обозначается. Погнали. Вроде как рядом. Солдат. Солдат. Только где он?
Где ты, воин? Поставил я пистолет, чтобы он в быстром доступе был. Вот он. Нихуя себе, он, блядь, в броне. Я еще этот самый повесил. Оптику. Тихо, тихо. Где ты, блядь, зацепился? Пошли их там сейчас вынесем. Это тоже в броне? Патроны закончились. Два. Выходи. Есть. С оптикой ничего так, да, на расстоянии. Перезарядочка быстрая с этой лентой. Видит меня, падла. Раненый. Спрятался, блядь. Вот я заеду! Найди этого урода! Где-то бежит, блядь. Не могу понять. Не вижу. Вижу врага! Повторяю! Ой, вижу, блядь, врага! Сука. Последнюю пилюлю. Ближний бой. На ближний бой, конечно, не годится. Оптика. Но она, походу, не снимается. О. У нас тут. Так, а где я нахожусь? Нет, я хотел же этого еще обшарить. Там же еще один. Только мы заблукали. Вообще не пойму, откуда я прибежал. Явно не отсюда.
Мы уже на месте, да? Мы на месте, но... Там же еще один был, да? Вот здесь, походу. Ну, тогда все. А вот как, буквой Р. Ну там, где перезарядка, переключается буквой Р. Вот траву нам надо. Пиздец, как много травы нам надо. Но ее нету нихера. Надо наверх как-то забраться. Паёк. Как же наверх забрать? Третий этаж. У нас 10 минут. Ну нет, не могу поверить. Ух ты ж. Надо бы пойти отлить, что ли. Тут солдат капец, блядь.
еще один вдалеке. Потом их, да, погасим. Лестница. Второй. Так, что-то не то. Раз, два, три. Этаж-то третий. Может, по другой лестнице? Такое ж может быть, да? Вот. Даже не по лестнице. Подожди, а что третий этаж? Блядь, а мы уже идем, уже четвертый, пятый. Впечатляет. Теперь перейдем к настоящей проверке. В каком плане проверки? Думаешь, я тебе доверяю? С чего бы? Просто потому, что ты пришел? Убеди меня, что я принимаю правильное решение. Я хочу своими глазами увидеть, что ты не отступишь в нужный момент. Просишь меня исполнить паркурный трюк? Это ты называешь проверкой? Да похрен, как называть! Это перестраховка, а теперь вперед! Ну и шо? Я что-то ничего не могу понять. А что делать? Или спрятать надпись?
Пу-пу. Что, прыгать, что ли? Сомневался в тебе, друг. Отлично. Ну для чего это было нужно? Да для того, чтобы я мог тебе доверять, Игорь. Для чего же еще? Надеюсь, все это было не зря. Теперь присоединишься к моей команде? Короче, я просто спрыгнул. А он меня, видно, подстраховал. Там военных можно погасить. Что у нас по карте? Есть три места. Мы Игорь, помоги! Таня, что такое? Проснись! Нет, отойди. Тебе приснился просто кошмар. Я тут, любимая. Я что-то видела. Такое темное, жуткое, что я не могла дышать. Просто плохой сон. Теперь все хорошо. Ничего ни у кого не хорошо. Там за Чернобылитом. Это что за черт? Втекаем. Убили его? Нет.
Фу-фу. Что такое поиск? Одна минута. Поиск чего? А, меня ищут, да? Где он? Обратно пошел. Еще один должен быть. Я видел, там три оставалось. Это стреляет кто-то или гром? Гром. В темноте, правда, не очень хочется ползать. Ладно, давайте позырим. А мы на месте. Мы на месте. Это, наверное, конечно, я зря сделал, да? Фонарик включил. Фонарик нужен, нам надо пройти туда. А дверей нет. Не можем. Сука, не можем. Ну, типа, да. Обнаружил эхо недавней червоточины. Она приведет меня к нему. А мы ж можем свалить через свой пестик. Не надо все еще больше усложнять. Где же он говорит?
Мы так ничего тут и не решили. Вижу квантовые следы генератора. Он где-то рядом. Наноалмазная батарея заряжена на 50%. Блять, меня кто-то видит. Низкий уровень заряда. Я знаю, что ты здесь. Внимание! Критический уровень заряда наноалмазной батареи. А, черный сталкер, блядь. Все, пропал. И утро наступило. Фух. Так, а нам надо в дом по-любому. Одно решили, да, задача или как? Ох ты, блядь, сука, сука! Бык дурной, блядь. Борис был информатором КГБ? Я думал, этот ублюдок мой друг. Так и попадись он мне. Так, а кто такой Борис, бля? Все, мы порешали. Да, порешали. Еще одна задачка небольшая. Ну, надо выйти. Наверх бы. Нам бы. Ну, мы, наверное, туда не попадем, да? Вот мы с другой стороны зашли. Это что, другой подъезд или, блядь, или что? Как? Все. Все, сука, как-то, блядь, все непонятно. Никому с другого подъезда зайти или что? А, ну теперь понятно. Теперь понятно. Отмычек у нас, как всегда, балалайка. Блядь, еще и выйти надо. Так. Прямо и чуть-чуть левее. Thank you.
там он. Но грибы такое. Кто меня я видел? Я точно что-то слышал. Ты показалась. Вот он идет. Блять, разворачивайся. Видимо, мышь пробежала. Фу, чертовы грызуны. А вы видите, вот это мы прокачались, мы их теперь ножом не шинкуем. Как было до этого. Так вот, придушили и... Все получается. Ну, конечно, тут еще много интересного. У нас горючего, наверное, уже до хера. А, мы его и взять не можем. Где-то с другой стороны. Вот он. Обещал мне свой огород, ты, Игорь. Да, я помню. Извини, как-то руки не доходят. Вот бы поесть домашней картошки с морковкой. Ты ведь их собираешься растить? Это вы картошка, профессор Хименюк. Я скорее думала про цветник. Календула, шалфей, ромашка, полынь, мелисса, гвоздика. Посажу все, что тут растет. У нас ведь аптека есть в Припяти. Зачем тебе столько трав? Травы лечат. Природа мудра. Ну вот, хорошо, что не ушли, да? 5 очков навыка. Лестница есть. Блять, ну конечно. Как иначе?
как теперь выйти отсюда? Так, ладно, я так все равно предполагаю, мы будем возвращаться сюда и не раз, наверное. У нас же там новый боец появился, Санек некий. Сашко. Там военные еще, наверное, есть. Сейчас, может, их загасим. Где они, правильно иду? Они с этой стороны, да? Или нет? Или мы всех, или тот, то один был, да, последний, которого я видел. И все. Ну хорошо, погнали. То, что ты попросил меня сделать, это безумие какое-то. Ты в курсе? Более безумное безумие, чем забраться в зону отчуждения и играть в догонялки с военными и наемниками? Ладно, подловил. Вот я и говорю. Мы можем помочь друг другу. Но имею в виду, это просто временное партнерство. Мы не друзья. Ясное дело, партнер. С нетерпением жду начала сотрудничества. Блять. Сука. Вот чё, вот нахера его сделали таким вот это кривлякой? Шо это? Слушай. А. Кто дал тебе ту музыкальную шкатулку? Один рехнувшийся старикан. На бродягу похож. Обычно я с такими дел не веду, но тут, внутри зоны, клиента выбирать не приходится. Я сделал, что попросили, получил гонорар и свалил. Вся история. Ты сказал, что ищешь кого-то? Кого? Это, конечно, не твое собачье дело. Но раз уж речь зашла о доверии, расскажу. Я ищу своего брата. У меня к нему есть пара вопросов. Ну, все, да. Ладно, поговорим позже. Что мы харч будем там делить? Самый здоровый, походу, у нас Сашко. Перейти к раздаче еды. Инвентарь. Союзник отдохнул на базе. Я вообще не пойму. Ну, принять. Ну, давай, блядь. По буханочке закинут за воротник. Ага, одна миссия в день. Да, мы отгуляли свое. День прошел. Нам спать показывает. Так, а что он нам спать показывает? Может, что выложить? У нас калаш есть. Нихуя себе. Ребята, у нас есть калаш. И патронов, моя дорогая. А мы можем его апгрейдить? Не можем. Под него специальный станок. Ну ладно. 44. Какие тогда патроны для него? 40, наверное, в нем. 4. Нет, не 40 в нем. 20 в нем. 20 в нем, 4. И вот еще 20.
Что-то у меня до хера оружия, Диер. Ладно, выбираем калаш. Ты чему меня можешь? Не понял. Ты чему меня есть можешь? Есть минутка, Игорь. Конечно. Ты что-то хотел? Я тут подумал про того безумного бомжа, с которым мы ходили на дугу. Таракан. Ага. Он там кое-что сказал, и теперь я думаю, что он не так прост, как кажется. То есть он не просто сумасшедший техношаман, разбирающийся в шпионаже и помешанный на крысах? Смешно. Но да, я считаю, что для него все это способ психологической защиты. И под этим что-то скрывается. Когда я был в Бутырке, я видел там мотавших срок за политические дела. Они рассказали, что раньше людей из правительства, угодивших в опалу, часто отправляли в психушку. Ну подумаешь, психушка и психушка, ага. В первую очередь так защищали систему, а не наказывали конкретного человека. Руководство хотело дать понять всем вокруг, что только сумасшедшие могут не верить, что Советский Союз – лучшая страна в мире. И в самом деле сумасшедшие какие-то. Вот ты знаешь таких людей? Вряд ли. А что? Да был как-то слушок об одном важном человеке, который собирался рассказать всем о дуге. Но не успел, правда. Его упекли в психушку. Правда? И кто это был, по-твоему? А хрен его знает. По официальной версии, у него был нервный срыв после Чернобыльской катастрофы. Как по мне, слишком удачно все совпало. Скорее всего, мы никогда не узнаем, кто это был. После лоботомии психотропов от мозга мало чего остается. О, потренироваться. Чему он меня может... Привет, Сашко. Ты же парень опытный. Может, ты меня чему-нибудь научишь? Ну, там... Как жить на улице? Хорошо. Я тебе расскажу. Кое-что могу и показать. Но без практики толку не будет. Владение телом, рефлексы, выдержка. Владение телом. А что, мы не можем владеть телом своим, да? Давайте рефлексы, пока у нас есть. А сколько у нас есть? Очков навыка. Отлично. Я готов учиться. Блядь, теперь этот кривляется, сука. Жизнь на улице научила меня. От быстрых рефлексов зависит, вернешься ли ты домой на своих двоих или в деревянном ящике. Иногда рефлексы могут помочь увернуться от пули. Не буквально, конечно, но опасности можно избежать. Посмотрим, можно ли обучить тебя новым трюкам, старый пес. Для начала дыши животом. Медленно напряги диафрагму. Почувствуй, как все твое тело наполняет воздух. Не задерживай дыхание. Выдыхай. Не слишком медленно, но не слишком быстро. Сконцентрируйся на дыхании и повтори упражнение 3-4 раза. Ладно, поболтали и хватит. Сейчас я буду стрелять в тебя резиновыми пулями. А ты постарайся предугадать выстрел и спрятаться так, чтобы я не попал. Хера себе. Это было быстро. А ты неплох для того, из кого уже песок сыплется. Ты чё прячешься? Я даже ещё не начал. Укрытие, Игорь! Ты делаешь успехи! В укрытие, Игорь! А ты молодец, старик! Есть еще порох! В укрытие, Игорь! Херня, рад, что ты в хорошей форме! Дольше проживешь! Прекрасно! У тебя рефлексы подростка на спидах! Я бы тебя в свою банду без вопросов взял! Ой. Ну да, ну хорошо. Как дела, профессор? Блять, надо было к другому пойти.
Давайте уйдем, ну его нахер. Меня этот голос начинает кумарить. Что нового, Игорь? Да ничего вроде. А ты как? Все думаешь об Антоне? Да. Мы с ним немало повидали вместе. Помню, Антон упоминал Хашам, кажется. Что там произошло? Это то еще местечко было. Слыхал о гражданской войне в Сирии? Честно говоря, нет. Я как-то другими вещами интересовался. Ага, как и весь остальной мир. На этих людей всем наплевать. Для крупных игроков России, США, Китая большинство таких охваченных войной стран просто полигон для испытания оружия и игры в политику. Это называется гибридной войной. Наемники вроде нас поддерживают армии участников конфликта, поставляют разведданные, снаряжение, технику. Существует негласное правило, что мы никогда не нападаем друг на друга напрямую. Но иногда кто-то переходит кому-то дорогу, и ситуация выходит из-под контроля. Как раз это и случилось в Хашаме. Войска Асада при поддержке российских наемников сцепились с сирийскими демократическими силами, которых поддерживали США. США применили десятки дронов, истребителей и вертолетов. Они буквально превратили войска противника в пепел. Антон и его сослуживцы ничего не смогли противопоставить такой массированной атаке с воздуха. Он видел, как умирают его друзья. И сам чудом избежал смерти. Я восхищаюсь вашей храбростью и самоотверженностью. Твоей и Антона. Но я никак не могу понять, почему мы продолжаем убивать друг друга ради какого-то богом забытого клочка земли. Это идет вразрез со всеми моими убеждениями. А я восхищаюсь твоим идеализмом, Игорь. Но ты в меньшинстве. Иногда насилие – единственный способ решения проблемы. Думаю, скоро тебе предстоит в этом убедиться. Блядь, и шо? Потренироваться. Что он мне может? Может, поучишь меня своим военным хитростям? Вряд ли. В том, что касается. Но я с радостью. Так это было так идеальная точность. Давайте точность. Блять, у меня опять 2 очка только. Ладно, пошли к тому балбесу, блядь. Давай в другой раз. Давай. Как скажешь, босс. Давай, уйти. Показать. Поменяемся, Оливер? Конечно. Как скажешь. Так а что я ему могу дать? Ничего, пилюль я ему не могу дать. Автомат я ему не отдам. Хотя почему нет? Почему нет? Правильно, у нас же есть автомат, а мы дадим ему дробаш. Ну да. Пусть будет так. Ладно, пойдем мы этого еще что-то прокачаем. Как дела, профессор? За 2 тенге. Привет, Сашко. Ты же парень... Как жить на улице? Давай, блядь, давай, давай. Владение телом, выдержка, 2 очка. Вот выдержку давайте. А то я нетерпеливый вечно. Отлично. Я готов учиться. Давай. Привет, партнер! Этот малыш, ты ж боевики смотрел? Особой меткости. Эта штука не требует. Разброс у дробовика серьезный. Теперь к делу. И шо? Если с твоей невестой в итоге не выгорит, ты всегда можешь связать жизнь с криминалом. Заслуженному профессору вроде тебя может понравиться пуститься во все тяжкие. Думаю, на сегодня достаточно. Дальше дело за практикой и старанием.
Блядь, так а что мы выдержали? Я нихера не пойму. Выдержка. Я уже думал, мы там терпеть что-то будем. Ладно. Мы молодцы. Раз дробаша у нас нет, я выложу к нему патроны. Правильно? Нет. Не сюда. А себе я возьму вот эти. А что не сюда? Сюда. Надо повыкладывать немного. Пластины. Вот это выложить. Бенз. Ну хорошо, девочки и мальчики, на этом мы закончим. Я, как всегда, в люлю. Всем спасибо и до новой встречи.